Утреннюю идиллию Иртыша нарушал лишь легкий дождь. Точно такая же непогода была и в отношениях легендарного для Павлодара хоккеиста Сергея Мирошниченко и прошлого руководства клуба вместе со скандальным тренером Лубиной. Но время расставило все по справедливости. Мирошниченко вернулся, чтобы побеждать. Изначально думал, что если буду здесь заканчивать, что предложат помощникам главного. Как бы там получилось, что не предложили. Потом в прошлом году отработал в Актобе, думаю, что нормально отработал. И, как бы, конечно, поступило предложение еще раз, что, не раздумывая, принял его. Новичков в составе действительно много, хотя целая группа игроков ранее уже защищала цвета Иртыша. Например, Милюков, Ивашин, Машинец и Игнатенко. Спокойнее всего болельщикам павлодарцев сейчас за вратарскую линию. Здесь проверенные годами Микушин и Полашков. Иван, кстати, едва не подписал контракт с алматинцами. Мы же сначала решили с Алматой, но контракты были не подписаны еще. Потом началась какая-то непонятная ситуация в клубе. Там бюджет вроде урезали, начали убирать таких, так скажем, дорогих игроков. С Арланом у тебя все вопросы закрыты или какая-то задолженность все-таки осталась, которую ты ждешь? Вообще-то по окончании сезона там нам выдали бумаги, то, что сколько должны каждому игроку. И Арлан еще остался должен какую-то часть денег. Ждем. Ощутимая или такая нормальная? Ощутимая. Это не окончательный состав. В любой момент могут произойти изменения, говорит главный тренер. Ведь изначально исполнители подбирали под определенный регламент. А потому для некоторых поездка на сборы в Мичурино может стать решающей. Мы подбирали игроков по тому регламенту, который был изначально. Пределы же того регламента. Сейчас регламент изменился. Сейчас будем, ребят, смотреть в играх. От этого уже отталкиваться, кто нам будет, подойдет, кто не подойдет. И еще селекция будет дальше продолжаться. Потому что я думаю, что нам надо усиляться еще. В планах провести несколько контрольных матчей на базе в Мичурино. 7 сентября против Снежных Барсов, 11 числа с Номадом. Затем Темиртау или Кулагер. Все даты пока предварительные.